Всем салам алейкум, ребят. Сегодня приехали вот на замечательное такое озеро. Вот. Название говорить не буду. Со мной сегодня прекрасный рыболов с большим стажем. Замечательный мой друг Собир, Ака Собир. Вот. Хафищик там. Недалеко тоже сейчас пошел на разведку. Ака Собир, ассаламу алейкум, куда там? Ассаламу алейкум всем, рыбаки. Так. Приехали сегодня с Аковым Виком. Посмотрим, что будет. Результат покажем. Ну что, ребят, пока сейчас будем раскладываться. Сделаем забросы. Результат, если будет, да, обязательно покажем, ребят. Давайте, пока пауза. Пока сейчас будем распаковывать все наши удилища. Аксубер уже начал. С обновкой Аксубер. Сумку купил он отлично. Такого магазина. Чё почём не скажем, чтобы не рекламировать. Но сумка супер классная. Сармекли маханг собирался. Ага. Давайте, ребят, пока пауза, сейчас все расставим, потом выйдем на связь. Аксубир, на что бросили сейчас? Малек. Живец. На сама? Посмотрим, да, на сама. Попробуем-ка на сама, что будет. Пока креветку не ловили еще. Пока что креветки нету. Да. Да? Мы сейчас делали заброс, ребят, с корабликом. Да. Да, два живца насадили на крючок, как особо насадил. А вот наш помощник, вон он там, плывет обратно. Отвез, на 120 метров заброс сделали. И возвращается. Вообще, одну снасть на сама у нас сейчас. Остальное все на сазана. У меня пока поклевки нет. Две дальних заброса я сделал на сазана. На червя пока, креветок нету. Вот, и вот эти вот 150, кажется, 130 или 120, где-то вот так. Ну, не сильно далеко. Но пока нормально. Теперь будем ждать поклевок, ребят. У Аксубыра хорошая поклевка сейчас. Сазаны, Аксубыр? Аксубира видно у нас, нет? Сейчас я покажу вам. Афижон чига? Иди. Аудеке. А, аудеке. Асми Аксубир? Да, сазан вон. Хороший. Ну, так, ничего, грамм 200, по-моему, Аксубир. Хороший дикий сазанчик. Зыр. Вон, ребят. Дикий сазан озера Кюлебинов. Она, смотрите, какой красавец. Красота магрета, когда к сумме? Почини есть. Первая поклевка. Угу. Дикого сазана. Так, не шанты там? Кадр был. Вот, смотрите, какой длинный такой. Классный. Инем не знаю, они но звёрда, кое какие. А как глядь там? Сам раз, да. А вот я тебе кручу, будет дома. Хюль бог, хюль. Не она крыть, кому? Она крыть, кому? Бог тебе сказал, она крыть, кому? И по. И по. Хотя бы. Возможно, пайсы кручу дал сюда, крыть. Им катар кремля мне за нам куда? А вот дома нет, бо нами. А вот дома. Да, мне. Резко, когда я говорю, дурноша, вот и дурном, да? А пиза место вообще шикарное, ребят, смотрите. Им поплошнее, а не креветница. Место шикарное тебе. Все по феншую. Ямочка тут, да, кажется? Яма тоже у него тут. Смотрите, ребят. Классное место. Скоро будет хорошая рыбалка. Да, время его. Есть еще, да. Будем надеяться. Офигеть. А это мы тут. Это Собиром? Нам тут сажать не надо, думаешь. Вы с тобой прикормку будете делать? Да, да, обязательно. Короче, и малюк, и креветка, да. И черви.
просто заодно субур накрывает шикарный стол. Еще прикормка будет. Ну, будем ждать результат. Да. Сейчас корабликом его подбросим. Да. Ребят, сейчас вот еще одно удилище сейчас забросили. Вот, на это на плетенку. Оранжевый вот. Насадил я креветку. Будем ждать. Два на червя, одну на креветку. Наконец-то удалось им креветку найти. Я кособр нашел. Да, будем ждать поклевки. Будем ждать поклевки. Пока немного рановато. Я думаю, сейчас перекусим. По 50 грамм коньячку. Да, а то рыба не любит, когда рыбаки без 50 грамм приходят. Так что... Будет результат, дай бог. Будет, будет результат. Погода чуть немного, солнца нет, облачно. Но я думаю, это нам будет не помеха. Да. Погода шепчет. Налей и выпей, да? Мы в прошлый раз здесь были. Вот. Здесь сидели как раз я, Кумиль, Алишер, Аксубыр. Кияньки? Не-не, гудок, телефон. А, мав там клёхров сейчас видны. Вот. Пели прекрасную песню, как особо, да, Алишер? Играл, пел. Давайте один отрывок от новых композиций Алишера Шейха послушаем, ребят. А потом продолжим рыбалку. Я рзи я зиндеги хасты будам Мисли зораки шикасты будам یه روزی از زندگی خسته بودم مثل هزار حق شکسته بودم حرفات به من امید داد عشق و برام نوید حرفات به من امید داد عشق و برام نوید بابا هیدر یه روزی از زندگی خسته بودم یه روزی از زندگی خسته بودم مثل هزار حقی شکسته بودم مثل هزار حقی شکسته بودم حرفات به من امید داد عشق و برام نوید داد عاشق شدم دوباره درد دلم چیچاره عاشق شدم دوباره درد دلم چیچاره بابا هیدر 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 Офарин, вот это рыбалка у нас, слушай, музыкальная такая рыбалка шикарная. Спасибо, Алишер. И у нас бьет там. Еще поклевки идут, да, самое главное. Поклевочка. Я успел сюда прибежать, посмотрим сейчас. Ну, наверное, мелкий ой, какая. Да, в любом случае рыба. Мелкий он, крупный, но все равно в любом случае он будет приятно. Идет вроде, идет. Мелкая, мелкая. Сейчас, что это у нас, шамайка это? Нет, плотвичка, плотвичка. Мелочь. Нет, нарезку не считай, это самое то. Нарезку. Ты его собери, и попозже мы его на сама бросим потом. Нарезку сделаем, да, на сомика бросим. А, зерн малышка сейчас, да? Угу. Крючок, похоже, мечи отсюда.
Сейчас опять грейвчик вот сейчас. О, кучу как раскорол тоже. Сейчас будем сажать креветку. А червя пока у нас не получается, ребят. Забрасываем. Креветки разъедают. И ничего не остается. Сейчас будем обратно сейчас на креветку сажать. Так, вот у нас. Креветка, крючок, конечно, большой. Ничего страшного. Так, вот это одна креветка у нас. Вот так, это второй. Я специально крючок большой взял, чтобы... насадить вот это. Вот, ребят. Две креветки на большой крючок. Сейчас будем делать заброс. Видно? Все, заброс сделали. Далеко не забросили, ребят, руками. Где-то метров, ну, метров 40, наверное, да? Да, больше. Больше. Корабликом не стали уже довозить. Будем пробовать на близком расстоянии, правильно? Да. Ну, как выбирать, две дальние стоят, да, у вас? Да, оба. Два дальние сейчас. Сейчас, наверное, у них обедный перерыв будет, начнется, наверное. Какие у нас обедный перерыв? Пока обедали, ребят. Ухватить за поклевочка. Вон. Леску расслабила. Белыч, да? А, ничего. Она на леску пойдет. Не смеюсь. Солнышко вышло, не светит. Вон. Сейчас поклевки будут. Не крупный, да? Нет, по-моему, вообще... Нету? Сейчас посмотрим. Есть. Мелочь. Ничего соберем его. Ам ты китадет на вайба умеет ему сумму? Если что, на лист кабам и рыдем. Ам ты брал рафит хуэту? Ам да сам могу пробовать. Все, пошли. Надо видеть. Такая интересная плотвичка, как серебро. Сейчас мы его пока соберем, а потом на леску попробуем его закинуть. Или как вес даже можно закинуть, здесь самов достаточно много, что можно будет собрать. Такая поклевка, шикарная, ребят, была. Снага де гри такая, она. Хорошо дернуло, ребят, хорошо. Значит, слабо идет. Слабо идет? Мелко, что ли? Ну, мелко так бы не дернуло бы. А, в принципе, здесь плетенка, да? Да. Он всю поклевку покажет. Что, хорошо этот? Что, свободно идет? Да. Ну, хорошо нагнул удочку. Атая сброд, потом инспиринг, атая инспиринг. А больше, а поинаш? Атая, атая. Здоровый парк. Пока мы сидели обедали, ребят, такая поклевка была шикарная. Не, бром оттону. Вроде есть что-то или нет? Не, есть, но есть. Крупное, да? Не печеньки? Не, брумат, брумат, брумат. А такашки там на корбу, сазан. Мелкий. Не, не мелкий, нормальный. Ну, как это мелкий? Нормальный сазанчик, Коли? Дикий. Озеро. Кали? Они себе бросали. О, ребят, дикий сазанчик такой хорошенький. Угу. Так, будем смотреть, на что он поклюнул теперь. Это главное. А у нас... На креветку, по-моему. Нет, креветка вот висит. Малек. На черви, что ли? На черви он, значит. Была, да, на черви пошел, значит. Ребят, на черви. Смотрите, какой длинный такой. Я греткин до сих пор мог шейкать. Хороший сазанчик. Для начала это уже второй сазан, да? Да, второй. Второй сазанчик. Макасубыры. Классно. Идем дальше. Ну, хорошо дернул. Да. Потащил. Скользкий.
Так, два созадочка у нас. У нас еще один раз не продолжение. Аксобы? Рыбу любите кушать? Конечно. Употреблять? Слабость моя рыба. А как готовите его? Мы иногда жарим, иногда в барбекю, иногда шашлыки делаем, смотря какой сорт рыбы. А как, шашлык из какого рыбы хорошо? С беломура я люблю. Беломура. Да, говорят, и сама тоже хорошо получается. Сама тоже, да. Шашлык вообще с этого сама хорошо получается. Жиренький. Жарим сазана. На жаруху сазан хороший, вкусный. Тем более дикий сазан. Да. Этот, на этом водоеме он дикий, у него вкус, да, совсем другой. Да, совсем другой. Хафиз у нас любитель тоже готовит, да? Да, готовит он хорошо. И маринует хорошо, и готовит. У нас повар Хафиз нашел это. Ну, ребята, если сегодня рыба будет достаточно, мы, конечно, обязательно пожарим. Обязательно. Что-нибудь придумаем. Хотя мы не мангал, ничего не взяли в этот раз. Мы и так на дневную рыбалку приехали. Ой, посмотрим, от такой рыбы, конечно, сказаться тяжело будет. Слабая. Вот этот колокольчик бьет. Собер, видимо, какой-то мелочь. Вот, вот, вот он. Ай, гренка. Сейчас посмотрим. Не, ничего нету. Ай, хоть штрана взял. Это на креветку особо? На креветку? Да. Первый это на креветку было. Но ничего нету. Мне кажется, рано взяла его. А, ничего нету, голый крючок. На креветку было. Крючок уже голый. Вон, ребят. Крючок большой, конечно, но ничего нет. Сейчас обновим. Хафиза место вот вообще молодец. Он лодку где-то нашел. Как диванчик, да, Хафиз? Да, брат. Отдых. Сижу, отдыхаю. Асми? Мелкий. А чёрт с ним? Вон. Мелкий. Нарезка, да? Не, ну хорошая нарезка будет. Да, нарезка. Они какие-то худые, что ли, эти плотвички, или дикие, поэтому, что ли, такие? Худые, да. Нормальная плотвичка, нарезку как раз то, что нужно отсюда. Да. Как раз для живца, для нарезки то, что нужно. Да. Попробуем филе. На филе попробуем, ну-ка. Нарезку сделаем, да? Нарезку, да, на филе. Это маленький, тонкий такой сделаем, чтобы сазан пришел? Да, сазан пришел, да. На Хадиче, в принципе, так ловили мы дикую. Да. Дикий сазан клюет на червя. На креветку и также вот, на этот, на филе, да, на рыску. Ребят, вот такую вот нарезку сделал на сазана. Крючок 14-й побольше поставил. Посмотрим результат какой будет, конечно. Сейчас сделаю заброс. Так, сейчас забросим. Колокольчик сниму, чтобы он не звенел так. Ребят, нарезка. Сейчас сделаем заброс. И будем ждать нашей новой поклевки. Смотрите, какая болото. Вот так из нас тут рыбачит. А здесь не холодно? Нет, брат, нормально. Есть что-нибудь? Пока нет. Где-то после пяти будет, еще время рано. Ну, подойдем, посмотрим. Времени у нас достаточно, вот только фонарики мы не взяли. Все плохо. Фонарей не взяли, мы на лобнах. Ночная рыбалка, но главное, чтобы снять невозможно будет без фонаря. Ну, попробуем что-нибудь. Придумаем. Мы думали, только днем будем. Нет, мы сейчас решили чуть допоздна посидеть. Вечерку посмотреть, если вечернюю
поклевки будут ночные, то будем снимать, ребят. Пока результат, не скажу, что хорошо, но от нуля ушли. Два сазана кособер вытащил, от нуля ушли пока. Поклевочка вот это вот, сейчас посмотрим, один раз дернуло хорошо. Ну, леска натянута. Или какой-то мелочь сейчас. Вроде так, нежно дергает и все оставляет. Собер такой вопрос. На этом озере бывает сейчас... Какая рыба здесь обитает в основном? В основном здесь толстолоб, белый амур, сазан и сом. Мы ни разу здесь... Например, судака не ловили. Хотя он есть. Хотя есть. Змей голова не ловили здесь. Ну, в основном сазан и сом здесь мы ловили. Ну, будем надеяться, хотя бы сегодня. Хай два сазана попалось. Да. Солнышка не было, вот солнышко поднялось. Может, будет результат еще. Посидим, посмотрим. Я думаю, где-то... После 5 начнется, после 6 где-то. Ну посмотрим, будем надеяться, конечно. Будем надеяться, да. Пока есть поклевки, хотя бы это радует. Да. Некоторые не смогли реализовать, но ничего страшного. Рыбалка она такая есть. Не всегда удается реализовать поклевки. Ну будем ждать, будем надеяться на хороший улов сегодня. Сейчас перезабросили, ребят, все. Где вот эти на червя, креветок пока нет. Этот нарезку стоит. Мелкую такую тоненькую нарезку с платечки сделали и забросили. Будем ждать. Корабликом вот он отвозит. Сколько у нас? 70 метров. На прикормку. На прикормку, да, к суду? Сейчас метров 150 забросим подальше. Она. У меня поклевка сейчас. Один раз хорошо дело было. Она. Камень. Ну, дело не хорошо, да? Что помыкнем? Попозже. Шуды? Ага. Все. Что на галте сейчас? Это что сейчас он еще майдан его? Майдан. Отсюда поклевка, ребят, ну такая нежная поклевка, и кораблик возвращается сейчас. Заброс сделали. Сейчас кораблик встретим и потом вытащим, наверное, удилище, посмотрим. Время уже, ребят, 5 час. По нашим расчетам, поклевки должны начаться где-то после 5. Будем ждать, пока вот мелкие поклевки есть. Видимо, плотва клюет. Вот. Запас червей есть. Креветки пока нету. Вот стараемся поймать креветок. На нарезку бросили. Пока поклевки нет, ждем. Ну. Вся надежда после 5, ребят. Где-то к 6 должно начаться. Вот одна проблема, освещение не взяли мы. Но постараемся все снять, постараемся. За качество, конечно, я прошу прощения. Что как получится. GoPro ночью плохо снимает, надо освещение хорошее. Ну, я думаю, что получится у нас что-нибудь снять. Тогда до вечера. Вот, собираю хорошая поклевочка. Опа. Сейчас посмотрим. Это на дальнем, да? На дальнем, да. Корабликом, который забросили. Ну, это слабовато здесь. Слабовато? Да. Ну, хорошо дернул. Это плетенка, да? Плетенка. Нету? Да, и да.
Так что был дарит оба, уже бывает, на бровку сейчас он спанет. Хороший сазан. Небольшой, но... Вот. Сазанчик. Небольшой, но вот он попался. На что? Черви, да? На черви, да. На черви. Значит, клёв начался, ребята. Уплочение. Уплочение. Вот первая платичка у меня, ребят. Да, я думал, сазан попадет, вот что попался. Ну хай, ладно, ничего. Вам кажется, вот кажется. Да, да, вот значит сел там. Блядь, им работает такая. Ты где он? Ладно, чего засыпали. Или обехнашки такие. Хай грейд конел взял. Оса. Грейд дам ты. Я хели грейд. Нам сейчас спуск не дам, он сейчас уйдет. Суснак не такая. А дигаджа сейчас притягивает, да что это? Не сорта, он где-то или живот, или где-то он зацепился. Ну, приколка работает, смотри, а. Сказал. Где вот родимый? Ем. Ну, прикормка. На русский. О, блин, печи такие, а дыга джошем как-то знаю. Дига крючоком за дыгина. Он сейчас не уйдет, видите, как он? Это мечи? Не, одна, сазан. Сазан, да. Вот, блин, печи. Эх, как он, Агни. Э, нормальненький. О, блин. На него сахалитный.